Всем здарова, друзья мои, с вами Спикер, и мы продолжаем играть в Ночной Ужас, Dead by Daylight. Ну, друзья, мы с вами поиграем за другого персонажа, мы поиграем, наверное, вот за такого приятного молодого человека, который, видно, сразу в глазах боится. Боится выходить на битву. И давайте посмотрим внешний вид. У нас есть кепочка белая, у нас есть такие усики, похожие из 60-х годов, прямо из Америки. У нас с такой бородкой и лысиной, но мне кажется, в кустах будет видно эту лысину. И красная кепочка. Нет, слишком заметно. Возьму, наверное, вот такой с бородкой. Нормально смотрится. У нас есть также есть футболочки. Можно, конечно, выбрать вот такую яркую, гавайскую. Выходим в гавайскую вечеринку. Мы выберем, конечно, что-нибудь такое темненькое. Вот такое пускай будет. Вот такую футболочку. И у нас получается еще джинсы. Джинсы тоже темные, чтобы было незаметно. Вот такой персонаж. И давайте же выйдем на поле битвы. Раз, два, три, четыре, пять. Мы пытаемся бежать. Я взял ящик, если что, будем уничтожать крючки, друзья. Да, будем уничтожать, чтобы нас не повесили. И уже первый крючок я вижу. Давайте же его взломаем. Так, готово. Интересно, а долго мы ломать? Использовать инструменты? Ох, пошел. Все, пошло дело. Сейчас мы это дело уберем отсюда. Чтобы нас не повесили. И также наших друзей, которые играют с нами. Упс, это была проблемка. Ничего страшного. Интересно, а кто за нас против нас играет? Так, чувак, ломай, ломай. Нормально. Давай еще разок. О, все начинается сначала. Да, худо мои дела. Ничего страшного, сейчас мы это дело взломаем. Осталось буквально что. Чудесно. Еще разок. Как часто реакцию надо иметь? Обалдеть. Да, готово. Уходим отсюда. Так, ну что, найдем генератор, будем его чинить и будем отсюда уходить. Хотя я вижу... Хотя я карту эту знаю, и вон там есть еще один крючок, который мы тоже, конечно, сейчас уничтожим. Так, так, шум какой-то. Против нас, походу, призрак играет. Так, давай перепрыгнем. Так, вот можно взломать. Секундочку. Используем и взламываем. Я слышу крики какие-то. А мы просто ломаем крючки. Что такое? Я даже не успел нажать ничего. Еще разок, мой друг. Все. А ух, моих инструментов нет уже. Обалдеть. Один крючок и один ящик инструментов. Это очень печально. Хорошо, будем чинить, наверное, все-таки... Будем чинить, наверное... Ох, есть уже генераторы. Появляется. Ух ты! Ху-ху-ху! Появляется, появляется. И тут на тебя. А он ждал меня прям там, друзья. Очень интересно. Развязка очень интересно получилась. И он бежит, походу, за нами. Бежим сюда. Мы убежали. Когда мы слышим такие колокольчики, значит бежать нужно гораздо быстрее. Чем умеем бегать? Так, уже один починили, конечно, здорово. Нам нужно чинить еще. Кстати, карту допомню, и есть на втором этаже генератор где-то в центре дома. Я играл за охотника и карту выучил. Вот, кажется, в этом доме есть в центре. Так, ну что, поднимаемся на второй этаж? Вот так медленно пройдем здесь. Услышу колокольчики. И, конечно же... Черт, друзья. Чертов с два. Он находится не в этом доме. Так, здесь у нас, походу, есть подвал. Подвал, где находится много крючков, но тут у нас, походу, нет генераторов. Да, здесь много крючков, которые, возможно, нельзя уничтожить, а мы пойдем в другое место. Так, какой все-таки же дом находится? Может, следующий дом? Ох, сердце мое забилось. Все быстрее, быстрее. Убегаем, убегаем подальше. Вон, кажется, есть генератор. По ту сторону забора. Хорошее местечко. Здесь нас никто не найдет. Пошла починка гораздо медленнее, чем убила. Но нет, в принципе, нормально тоже пошла. Хорошо. Чиним, чиним.
Быстрее. Вот ты здесь. Главное не нервничать и спокойно нажимать по реакции. А где стали наши трое? И почему починили только один? Так, колокольчиков нету, значит спокойно все. Даже не знаю, куда бежать. Если что. Так, сердце забивается, но я вижу, чувака ранили. Уходим. Так, чувак ранен. Он рядом с нами находится. Чиним. Пока что чиним, а он занимается тем. Он там, по идее, нет крючка. Продолжим чинить, пока что он еще не на виселице. Значит, чиним. Где еще двое? Ох, повесил все-таки. Прямо рядом с нами повесил. Сейчас поможем. Сейчас поможем, но, по идее, нет фонарика. У нас, конечно, ничего нет такого. Интересно. Буквально чуток осталось. Ребята, спасайте же его. Я не успел чуток. Буквально чуток не успел. Эх, бросаем это дело, идем спасать друзей. Держись. Вот он появился рядом с нами, походу. Была, не была. О, походу спасли. Спасли, а я тут. Пробежал мимо нас, все четверо были здесь. И был охотник, как же весело. Кстати, походу на той стороне нету никого. Значит, можно пойти на ту сторону. Сейчас здесь закончу. А вот генератор. Закончу и пойду на ту сторону. А не пускай бегать на этой стороне. Сердце мое забилось. Я не успел буквально чуток. Да что ж такое-то? Какой-то неудачный лифт у нас. Рядом с нами прошел. Ху-ху. Ребята, уйди отсюда, я чиню. Черт возьми. Ну так, сделаем. Пробежал. Пробежал мимо нас. А мы чиним, мы продолжаем чинить. Мы все-таки настойчивый. И решительно все-таки дочинит это дело. Может подзади появиться. Давай, давай, быстрее. Нет, я не успел. Уходим. Уходим, уходим. Нет, что ли? Все, готов? Да, три осталось, генератор. Ах ты, да, круто получилось. Где-то должен быть здесь генератор, и тоже можно его починить. Прям за углом, если не ошибаюсь. Вот прям тут должен быть, по идее. Ну, хорошо, найдем в другом месте. Так, сердце мое забилось еще быстрее, и походу где-то поблизости. Так, здесь тоже починили, пробежимся вот здесь. Вон бежит. Так, сворачиваем. Свернули, и сейчас нас потеряет. Я чувствую, нас точно потеряет. И даже не знаю, куда здесь можно уйти. Ах, да, страшно как. О, прям сюда. Неужто прям сзади? Вот это жесть. Как же так получилось-то? Промахнулся. Он промахнулся, мы уходим. Да я даже не знаю, мы еще не уходим. Мы только убегаем. Как же так получилось-то? Давай, бабушка. Бабушка чудесом прошла. Ломает, не ломает, даже не знаю. Крючок рядом? Нет. Нет, уходим. Где тут проход? Прохода здесь нет. Нужно просто где-то присесть и все. Он рядом с нами, я даже не знаю, где находится. Нет уж. Это кто пробежал мимо меня? Так, ну что, ребята, нас получается трое, почему не чинит, и я даже без понятия. Но я знаю, где находится генератор, как раз вон в том, в домике, на первом этаже. Побежали прям туда. Так, пробежу, наверное, вокруг, мимо домика, и зайдем с другой стороны. Обалдеть, ну, ребята, не очень активны. Это, конечно, очень печально. Я один починил, починили еще один. Ох, уже посадил на крюк. Это печально. Чиним генератор, конечно. Далеко слишком, слишком далеко, я не пойду, я буду чинить, наверное, до конца, и останется два генератора, и останется нас трое. Надеюсь, ребята спасут его. Ну, по идее, должен дочинить, если он не будет сопротивляться, и мне времени хватит дочинить. Реакция у меня отличная, как пишется на экране, так что продолжаем чинить. Жалко, конечно, нужно бы, конечно, спасать наших, но не очень-то и активно, они не хотят чинить почему-то. Чем он занимается, неизвестно чем.
Жизни много, возможно, я еще даже и спасу смогу его. Это реально очень далеко, и жизни есть практически 50%. Чувак, если что, потом к тебе подбегу. Давай. Давай же, чинись. Да, я успею, походу, и спасти его. Добежать, быстренько снять его и убежать. Вот, чудесно. Отличная реакция. Осталось чуток. 50% жизни. Давай, 1% остался. И бегом. Круто. Бежим. Бежим на помощь. 50%. Есть возможность? Да, конечно, есть возможность. Ребята, вон там еще, по идее, должен быть генератор. И черт. Чувак, я бегу. Только не сопротивляйся, я бегу. И если что, сразу тебя снимаю с кулька. Так, давай, давай. Двое. Двое, интересно, чем занимается. Я без понятия, друзья. Чем они заняты? О, бегают все-таки. Пытается бегать. И вот он. Как можно пройти? Нет, 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 нет. Опс. Ух, не сюда побежал. Да, я пройду. Да, я самый смелый, я пойду снимать с крюка. А его уже сняли-то. А его уже сняли, и они убежали. Я пробежал мимо. Какой-то слишком наглый. Выживший. Так, ну что осталось? У нас осталось два генератора. И какой интересно. Следующий. Так, вот. Ох, отлично, остался последний генератор. И давайте же найдем его. По идее, осталось три генератора, либо четыре. И где-то находится. Так, это точно уже я сделал. Я сделал два из пяти. Но, возможно, могу сделать даже и третий. Здесь у нас крюк. Здесь крюк. Ох, уже выход! Это реально круто. Спасибо, я сделал два. И можно идти на выход. Открываем рубильник. Нужно бежать, наверное, вон к тому, к левому. Но сразу бежать я, наверное, не буду. Так, маленько обойдем со стороны. Ну, это отлично, конечно, если все мы выйдем. И просто потрясающе будет. Так, где выход? Оденьте... Он куда-то исчез. Ну, по идее, в той стороне. Я надеюсь, мы найдем. Так, вот он, я вижу. Ох, подходим медленно. Возможно, призрак просто в невидимости. Эх, подходим смелее. На крюке. Поднимай рубильник. Можно пойти уйти, друзья, а можно пойти и спасти. Ну хорошо, я уже, по идее, вышел, можно сказать. Открываются ворота, я, по идее, выхожу. И все. Но я пойду спасать все-таки. Пойду спасать, и это, конечно, мне зачтется. Если, конечно, я даже и погибну. Но если спасу и уйду, это просто красавчик будет. Да, я могу уйти без проблем, но я пойду спасать. Мы идем спасать, конечно, уже один, кстати, вышел. Один вышел, и это, конечно, очень... Но у меня есть жизнь. Чувак, нет, он уже мертвый. Он уже мертвый, и нам просто нужно просто уходить. Ох, красотка, ты на месте. Мы все на месте, и все чудесно. Ну что, если вам понравилось, мы увидимся в других роликах. Всем спасибо, кто смотрел, и увидимся очень скоро. Всем спасибо, и всем пока.